Благотворительная ярмарка в поддержку воспитанников Лисичанского детского дома. Волонтеры организации «Адреса милосердия» сегодня продавали изделия ручной работы в горном техникуме Лисичанска. На вырученные деньги они закупят для детского дома продукты, игрушки и одежду. На ярмарке побывал Александр Рыбальченко. Гипсовые раскраски, сердечки, обереги и игрушки – все ручной работы. Волонтеры организации «Адреса милосердия» устроили благотворительную ярмарку. Свои изделия продавали в Лисичанском горном техникуме. Вот такие вот замечательные живые игрушки, еще называют травянчики. Это когда поливаешь такую игрушку, с нее вырастают зеленые волосы, ну то есть травка. И потом можно делать стрижки. Обычно ножницы стрижут, делать косички, но это уже на усмотрение человека. То есть очень интересная и очень яркая игрушка. Только за один час благотворительной ярмарки волонтерам удалось собрать более 600 гривен. Я купил сегодня оберег для денег, для мужского благополучия, на удачу, на успех. Хочу сейчас экзамен сдать, думаю, поможет. На деньги, вырученные от продажи, волонтеры купят канцелярию и продукты питания для детей из Лисичанского детского дома. На эти деньги мы планируем прежде всего это купить продукты, как раз ближе к Новому году. Настольные игры вот, очень востребованы. Это может быть мячики, тоже очень востребованы. Вот. Ну а там будем смотреть по ситуации. Я звоню воспитателю, спрашиваю, что вам нужно. И он мне же говорит, что в чем они нуждаются. «Адреса милосердия» помогают Лисичанскому детскому дому не только материально. Для его воспитанников также они проводят развлекательные мероприятия. Александр Рыбальченко, Роман Саревский, Подии.